Провели сегодня очень качественный матч, наверное, лучшую игру в чемпионате. То есть у нас получалось и в обороне мы играли здорово, плюс выходили из обороны в атаку хорошо, и в завершающей стадии было много угроз воротам, поэтому игрой сегодня полностью доволен. Останется только, чтобы закреплять это в следующих играх. После первого тайма довольно шаткое преимущество в счете. Что сказали ребятам в перерыве? Ну, указали на слабые стороны, которые можно использовать у Минска. Плюс ни в коем случае не должны были останавливаться, игра давалась. То есть они должны были просто продолжать то, что получалось в первом тайме. Ну, что они вполне и сделали. Если сравнивать два тайма, каким больше довольны исполнением нашей команды? Наверное, все-таки вторым. Не могу сказать, что мы играли по счету, мы также продолжали атаковать, но единственное, мы, конечно, немножко более дисциплинированно сыграли в обороне по сравнению с первым таймом. Все-таки в первом тайме какие-то полумоменты у Минска возникали. Во втором тайме подправили, и уже было гораздо лучше. По игре соперника что скажется? Ну, Минск все время хорошая команда, в принципе, и сегодня играющие хорошо работают с мячом, поэтому очень рады, что обыграли сильного соперника. Сегодня было довольно много моментов у нашей команды. 2-0 – это счет по игре, как вы считаете? Ну, я думаю, да. Хотя могли забить больше, но 2 гола по такой игре – неплохой результат. Было очень тяжело. Погода, как бы не сказать, что плохая, достаточно хорошая, но чувствовался какой-то жар, из-за этого ноги позаливались. Доволен ли игрой команды сегодня? Вполне доволен. Хорошо оборонялись, переходили в контратаки. Правда, иногда очень спешили и теряли мяч из-за этого, обрезались. Какой отрезок игры, может быть, дался тебе сложнее и был для команды сложнее? Самая концовка, потому что уже были силы на исходе. Нужно было сохранить счет, не пропускать, конечно же, чтобы не появилась интрига в игре. Тренер что в перерыве сказал? Сказал, что нужно быстрее перестраиваться, выдвигаться, подстраховывать и играть уже. Если сравнивать этот матч с другими поединками нашей команды? Мне на самом деле этот матч запомнился больше всего, потому что чувствовалась сплоченность команды. Играли каждый друг за друга. Ну, как бы очень показали, хорошую командную игру показали, и все получалось более-менее. Как свои действия лично оценишь в этой игре? Ну, пойдет, но надо стремиться к лучшему. Мяч в ворота команды Минск забил игрок под номером 8. Трапеза Владислав.